Я прошу вас, отпустите его! Хрен на себе, снаряга. Ты что, работал с ней еще до того, как все это дерьмо началось? Мы у радиомачты. Но тут уголок... В старой бригаде были такие бойцы, как ты. Умеешь ты людей утихомиривать. Это настоящий дар. Не растрачивай его впустую. Я прошу вас, отпустите его! Он же ничего вам не сделал! Ради бога! Я прошу вас, отпустите его! Он же ничего вам не сделал! Так, агент, сообщения о зэках в Лексингтоне полностью подтвердились. Разведотряд ОТГ все выяснил. Там у них нечто вроде штаба. Ага, потом эти сволочи их сцапали. Вытащи моих ребят. Эти уголовники, с ними неизвестно, что могут сделать. К тому же это отличная возможность оставить зэков без главаря. Не будем ее упускать. Толку от тебя, ноль без палочки. Я же была с ней. Сучка мне здорово задолжала. А если она это услышит? Ты что, на тот свет торопишься? И как ты проберешься мимо охраны? Заложниками. Да там охранников полторы коллеги. Когда началась вся эта херня, одни забили на работу, а другие сами заболели. Так что мы легко с ними справимся. Они нам все сделают, а потом мы их прирежем. Среди них были неплохие ребята. Вот такая Лоррей. Откуда вообще эта баржа? Да этот идиот-администратор в нее втрескался. Вот она и уболтала его насчет баржи. А когда он уже собирался уплыть в закат со своей красоткой, полоснула его по горлу. Черт, расчетливая бездушная стерва. Надо нанести зэкам серьезный удар. Убрать Лоррей Барретт. Именно она организовала побег. Другого такого стратега у них нет. Они захватили троих моих людей. Если вытащишь их оттуда, живыми. Ладно, займись ими тоже. Но только не в ущерб основной задаче. Все, погуляли зэки на свободе и хватит. Уже ни на что не надеялся. Там еще остались наши.
он убит. Один на один. Вот это дело. Черт! Ловить нечего! Внимание! Приближается противник. Нас не побольше! Внимание! Новые силы противника. Это даже не дрожа! Не давай спуска! Поле! Мокрое место! Надо же, меня спасли. Я уж думал, меня тоже убьют, как и остальных. Рядом с вами находится эхозапись. Давайте поиграем в метание топора. Скажем, 10 очков, если попадешь в руку. 5, если в ладонь. А за голову сколько? 20? 30? Смотря как глубоко войдет. Ну, это песня, которая про мост. Черт, как она там называлась? Ну, ты знаешь, еще такой парень поет. Да ты что, совсем что ли? Я не умею играть на пианино, я не понимаю, о чем ты говоришь. Не стесняйтесь, парни. На вечеринке должна быть музыка. Погодите, я раньше играл в группе. Кажется, я знаю, о чем речь. Подыгрывайте. Песня та, но фальшива. У меня семья. А у меня, думаешь, не было семьи? Думаешь, я в тюрьме родился? Нет, я просто... Ну, не надо. Ну, зачем вы это делаете? Мы же не униформа, мы живые люди. Мало ли кто во что одет. Хе-хе, наконец-то хоть кто-то из вас прочувствует на себе, каково это. Я не понимаю. Да как ты, сука? Мы тут поймали поросёночка. Тебе ничего не надо. Пожарим ребятам рождественский окорок. Сука, как им такая хитрость. Надо знать, где сделать первый надрез. Нет! Стойте! Вы в безопасной зоне. Внимание! Вы находитесь из безопасной зоны. Агент, заложника держат на крыше. Нужно зачистить крышу. Здесь поливать, что холодно, зато уходим. Получай!
все заплатит! Я только разминаю! Выживите их! Бомба пошла! Докажи, что ты не чмо! До завтра не дожди! Мочи! Его подстрелили! Спасибо тебе. Я думал, мне конец. Они меня хорошо обработали. Барретт и ее люди, они внутри. А, ты черт! Черт! Маяк, это Реймос. Меня нашел агент спецотряда. Я ранен, но могу сражаться. Отставить, Реймос. Мы сами справимся. Найдите укрытие и не высовывайтесь. Это приказ, сержант. Так точно. Внимание! Приближается противник. Это наша территория! Не проблем. Я только что узнала про Реймоса. Хорошо, что мы успели вовремя. Спасибо. Мои бойцы занимают позиции для штурма. Агент, тебе необходимо проникнуть в технический лаз. Если верить чертежам здания, в подвале располагается мониторинговая комната. По всем данным, эта зона безопасна. Внимание! Выход из безопасной зоны. Внимание! Вы находите из безопасной зоны. Yeah.
Внимание! Новые силы противника! Противник. Пока что все хорошо. Ударные отряды на подходе. По твоему сигналу они ворвутся в главный зал.
здесь из тюрьмы. Это задание было не из легких. Да, малыш, тебе удалось сломать им хребет. Без мамочки зэки разбегутся. Ха, думаю, с ними будет еще немало хлопот. Но мы хотя бы спасли бойцов АТГ. Да уж, у меня каждый человек на счету. Мы просто не можем позволить себе терять людей. Я в долгу перед тобой, агент. Отличная работа. Кто-то записал на видео разнос, который Барретт устроила своему подельнику. Она та еще сука, но тебе стоит на это посмотреть. Загружаю. Один порез. Из него потечет кровь. Один порез вас не убьет. Только оставит шрам. Я клянусь, если резанут глубже. Мы найдем его! Найдем! Я клянусь, мы его! Вы закричите.
Но этот крик можно обратить в рык или в жалкое хныканье. Выбор за вами. Вы сами можете сделать из себя жертву, где бы вы ни были. Не надо. В пентхаусе, в тюремной камере или на воле. На улицах этого города. Жалуйтесь на холод, на крыс. Жалуйтесь на своего вожака. Некоторым нравится быть жертвой. Господи, не надо. Они хотят стенать. Я исполню ваше желание. Хотите быть жертвами? Значит, будете. Значит, будете. Но вот я возьму свое. Что там говорят про этот вирус? Что это конец света? Точно! Этот вирус наш учитель! Он поставил урода в форме на место, дал нам сигнал к действию. Они все у нас отняли. А теперь пришла наша очередь. Мы заберем их дома, их машины, их семьи, их жизни. Это наш город. И пробил наш час. Пробил наш час. Стой, веди нас! Точно! Слышь, помоги его убрать!